Франко Осолла. Дерби и компьютер. Право же, подобные испытания может провести только профессор Паллер, великий ученый-кибернетик. Притом лишь у него есть Колоссус, сверхсовершенный компьютер с программным управлением, действительно способный проанализировать все необходимые данные. А их десятки тысяч, они взаимосвязаны, ну а число вариантов сочетаний столь велико, что дух захватывает. Обычное электронное устройство при таких обстоятельствах наверняка не выдержало бы невероятной нагрузки. И уж ответа мы бы, разумеется, не дождались. А потому, уважаемые коллеги, я предлагаю отправить весь собранный нами материал профессору Паллеру и подождать, твердо веруя в успех, какие выводы сделает компьютер. Профессору Паллеру придется пройти через тяжкие, мучительные испытания. Уделом ему будет изнурительный труд. Но ведь тот, кто достиг славы виднейшего ученого, должен постоянно доказывать, что он ее достоин. Не так ли? Спортивный конгресс, выслушав докладчика, постановил передать все бесчисленное множество информации непосредственно профессору Паллеру. Его мегакомпьютер, безусловно, разберется в хаосе сведений и материалов и позволит получить точный ответ. Профессор Паллер не только с радостью принял предложение итальянских ученых, но и выказал живейший интерес к поставленной проблеме. Прежде ему не приходилось решать подобные задачи, и потому он с особым любопытством и даже с поистине юношеским энтузиазмом принялся за дело. Он должен был с помощью компьютера предугадать исход футбольного матча, учтя даже самые мелкие подробности. Если бы ему удалось дать точный прогноз, это стало бы удивительной, потрясающей, невероятной победой человека, зримым доказательством его уникальных способностей и таланта. Сокрушить случайность, непредвиденные отклонения. Да разве это не приведет со временем к полному торжеству разума и цивилизации во всей галактике? Искушение для профессора Паллера и его сотрудников было весьма велико. Они тут же ринулись на битву с иррациональным, непредсказуемым, мистическим во имя триумфа мудрого расчета и строго научного подхода к любым, казалось бы, неразрешимым проблемам. Паллер уже на следующий день приступил к работе. В успехе он абсолютно не сомневался. Колоссус не только мог переварить устрашающее количество данных, но обладал также на редкость рациональным мышлением, что помогало ему в любых трудных случаях. Да, его Колоссус – чудо техники, и ошибка практически исключена. И вот на компьютер стали поступать данные, лавина сведений, дат, цифр, описаний футбольных встреч, исторических воспоминаний. Первыми на перфоленту попали учетные карточки всех до единого участников воскресного матча, а также запасных игроков. За ними карточки тренеров, президентов футбольных клубов высшей лиги, массажистов и даже болельщиков обеих команд. Затем были переданы результаты всех встреч обеих команд, географические и геофизические данные, сведения о состоянии футбольного поля, какое оно засеяно травой, глинистая там почва или же песчаная, из чего сделаны ворота, в бутсах какой фирмы будут играть футболисты, как близко к воротам расположатся болельщики, мощность их рева в децибелах, объем легких главного судьи, коэффициент умственных способностей судей на линии, виды рекламы, вес мяча, прогноз погоды, вероятные травмы игроков в ходе матча. Кроме того, были обобщены сведения обо всех близких родственниках футболистов, физические данные судей, психические особенности и причуды болельщиков, привычки продавцов спиртных напитков и соков. Это была гигантская, поистине нечеловеческая работа. Кто угодно уже отступился бы, обезумев от подсчетов, бессонных ночей и неудач. Только не профессор Паллер и Колоссус. Они преодолели все чудовищные трудности. 2 месяца спустя, обработав бесчисленные варианты, компьютер выдал абсолютно точный прогноз. И профессор Паллер сообщил итальянским ученым, с каким счетом закончится матч и как он будет протекать. Всякие сомнения в ошибке профессором Паллером заранее отметались.
Для электронного анализа была выбрана встреча между командами «Ювентус» и «Торино». Обе они из одного и того же города Турина и пользуются всемирной известностью. Так что исход этого матча, именуемого «Дерби», вызвал огромный интерес болельщиков не только Италии, но и всего мира. Коль скоро профессору Паллеру и его электронному гению удастся предугадать результат матча, слава несравненного ученого затмит всех остальных светочей науки нашей планеты. Наступило воскресенье. Начался долгожданный матч. На поле сразу же развернулась напряженная борьба. 90 минут игры на переполненном стадионе при точно предсказанной погоде и адекватных эмоциях болельщиков пролетели незаметно. Впрочем, и это было предусмотрено компьютером. С прогнозами профессора Паллера не совпало лишь одно – конечный результат. Он оказался совершенно противоположным тому, что предсказал Колоссус. Когда профессор Паллер узнал, каков счет матча, его едва не хватил удар. Он побледнел, как полотно, и издал ужасный нечеловеческий вопль, в котором слились ярость, боль, отчаяние, мука, черная скорбь. Рухнули все его радужные надежды. Он потерпел фиаско. Полное фиаско. До конца недели он судорожно искал причину фатальной ошибки. Колоссус подвергся испытанию при сверхнагрузках даже для мегакомпьютера. Были вновь проанализированы все данные и сведения, и не обнаружилось ни единой ошибки, как в самой программе, так и в ее обработке. Все узлы Колоссуса действовали безотказно, с предельной эффективностью и точностью. Как же тогда объяснить полнейший провал эксперимента, безупречного с научной точки зрения? Понять это профессору Паллеру и его сотрудникам так и не удалось. Кто-то предположил, что тут не обошлось без инопланетян или чертовщины. Но это, разумеется, уже плоды необузданного воображения, досужие вымыслы. С тех пор от Паллера осталась лишь тень прежнего горделивого ученого. Он осунулся, сник, забросил научную работу, преподавание и целыми днями и ночами анализировал и пересматривал бесчисленные данные и сведения, проклятую информацию, которая не поддавалась научному прогнозированию. В конце концов, от отчаяния он сошел с ума. Между тем, ответ был прост – среди многих десятков тысяч данных, введенных в Колоссус, отсутствовало одно единственное слово – «Дерби».